Интрига. Соси. Давай фотографироваться. Больше дядя. Не надо бояться. Не надо бояться. Это дядя Леша. Сика кота. Камимам. Как мы с тобой учились? Скажи. Ой. О, всем привет. Всем привет. Выхожу в Перископ, потому что чувствую на себе груз ответственности за свою трансляцию, за несколько трансляций, которые были сегодня днем. Почему-то у меня слабый интернет, и я не могу долго вещать, поэтому я как-то беспардонно выхожу из Перископа и решил вот продолжить с вами на 5 минут беседу. Вот, я только-только приехал домой, меня встретили вот эти мои красотки. Одна красотка у нас в футболке. Кто там у тебя на футболке нарисован? Кто у тебя на футболке? Кто это? Гена. Гена. И кто еще? Чебурашка. Гена и Чебурашка. И Чебурашка. Вот, поел отличное рыбное блюдо, приготовленное моей женой. Вот, и сейчас, вот, не раздеваясь, еду на тренировочку сразу. Вот, а, собственно, что я вам хотел показать, только что пересекся с ребятами, которые презентовали мне, смотрите, что. Опа! Это гиря Путина. Вот, причем она... Достаточно весит... тяжелая. Она весит 16 кило. Вот, она весит 16. И еще у них там есть другие. И мне эта идея очень понравилась. И, в общем, буду я взаимодействовать с этими ребятами. Будем идейки реализовывать. Ну, красавчики, согласитесь. И гляньте на эту красоту. А я буду заниматься с ней дома. Позанимаюсь с этой гирей дома, потому что... Здрасте! Не могу в зал пойти с этой сосикой. Ну ты аккуратнее с ней занимайся. Mm-hmm. Что такое? Лидер. Что еще? Все, сейчас собираю сумку, еду на тренировочку. Как жаль, что я всего лишь на 5 минут с моими малышками.